А еще через секунду Елену окружил весь отряд с Константином во главе. «Елена, как ты? Что случилось?» «О, тут такое чудо! Я видела Аму! А при нем целое семейство! Роскошная белая волчица и полно волчат! Ну да, волки, которые помогали нам в бою!» — сказала Сама. «Они то появляются, то исчезают. А ты что, знакома с вожаком?» «Я встретила его недалеко от дома несколько лет тому назад, и мы подружились. Но я не знала, что у него есть семья, никогда ее не видела. Может, около деревни он охотится один, чтобы не подвергать опасности молодняк?» «Ну вот что, милые мои», — вмешался Константин. «Все это прекрасно, но оставаться здесь неосторожно. Можно напороться на отставших вражеских солдат. Пойдем-ка от греха подальше, прямо к собору». «Ладно, пошли, Елена. Расскажешь нам все по дороге». «Будь тут мужская компания», — продолжал Константин, снова входя в роль крутого парня, «я бы о таких пустяках и не думал. Но когда у тебя под охраной трое барышень, приходится осторожничать». «Он всегда такой, или это только сегодня на него нашло?» «Сегодня он еще ничего», — улыбнулась Сан. Не успели они пройти несколько шагов, как Костя споткнулся, поскользнулся и растянулся в грязи. «Ну и защитничек у нас, вот так герой!» – воскликнула Флориана. «Это у него такой метод, он следопыт!» – подхватила Сана. «И все время берет образцы почвы. Есть новые улики? О, великий сыщик Костя! Давайте, давайте, издевайтесь, очень смешно! Ха-ха-ха!» В 100 метрах от дозорных посреди растопленной в грязное месиво площади возвышался собор, весь в клубах черного дыма. А там в соборе Наима позвала Юзефа и Алисию. И теперь весь отряд стоял перед опаленной драконьим напалмом стеной. Там на уровне глаз выступила красная надпись, которой прежде никто не видел. Скорее всего, облицовка осыпалась от страшного жара, и обнажился более древний слой камня, на котором и были вырезаны готические буквы. «Тиус импе, ум трае вокев, умери», – прочитал Юзеф. «Понятия не имею, что это значит». «Похоже на латынь», — сказала Алисия. «Может быть, это не вся надпись, надо расчистить стену и посмотреть». Все принялись дружно отдирать уцелевшие куски современной облицовки, скрывавшей первоначальную каменную стену.